Как мы сообщали, сотрудники Тверской городской ветеринарной поликлиники прокомментировали ситуацию с агрессивным поведением стаи безнадзорных собак в микрорайоне «Юность». Подробно об этом мы рассказывали в предыдущем выпуске патрульной службы. По факту агрессивного поведения животного на территории Заволжского района города Твери на улице Планерная Паши Савельевой рядом со средней школой номер 50 специалистами город-поликлиника проводится мероприятие. На данный момент отловлено одно животное, которое непосредственно было очевидцами указано, которое носило покусы пострадавшим подросткам. Животное помещено на карантин в город-поликлинике. После необходимых мероприятий оно будет провакцинировано, если у него не подтвердится бешенство, и выпущено в среду обитания. Если на территории вашего двора или домовой территории заходят безнадзорные животные, которые проявляют себя агрессивным поведением или еще каким образом, сообщайте по телефону единой диспетчерской службы. Напоминаем, телефон единой диспетчерской службы 112. Как мы уже сообщали, стая бездомных животных несколько часов держала в страхе жителей окрестных многоэтажек. Региональный следственный комитет проводит проверку по факту нападения собак на ребенка. С целью установления всех обстоятельств, изложенных в публикации средств массовой информации, следователям Заволжского межрайонного следственного отдела города Тверь, Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, в ходе проведения которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан. В Тверском гарнизонном военном суде вынесен приговор гражданину Республики Таджикистан, обвиняемому в пособничестве в осуществлении террористической деятельности путем предоставления средств совершения преступления. Теперь уже осужденного задержали сотрудники УФСБ России по Тверской области. Осужденный в социальной сети общался с другом, находящимся в Сирии и являющимся членом международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории Российской Федерации. Оказалось, он уехал в Сирию воевать. И он, мы с ним в контакте переписывались, и он предлагал мне к себе туда, в Сирию, завербовал меня. Хотел к себе забрать. Вот мы общались, он рассказывал, как проходить границы, копил деньги, хотел уехать. А потом тут поймали ФСБ России. Спасибо ФСБ России, за что спасли мою жизнь и допустили, чтобы я уехал в Сирию воевать. Подробности этого уголовного дела смотрите завтра в патрульной службе.